Summer Party 2017 прошла. Вы спросите, почему мы находимся в темном месте. Забыть скаф! Да, здесь, видите, здесь ходят странные, очень мерзкие седые люди, которых я давно ненавижу за это время. Это, кстати, было обидно. Люблю тебя всей душой, родной. Виктор Викторович тоже сходил на GBX Summer Party и... Уходит из кадра, чтобы не выделывался. Ну, ты сейчас вернешься. В общем-то, что ты там не знаешь. Прошлый год, вот вы можете посмотреть, там будет сейчас подсказка. Изменилось ничего. Абсолютно. Та же гостиница Вега, новые немножечко игры, пара новых старых консолей, которые я до этого никогда не видел. Все. Вот реально, мне очень сложно, мне хочется записать ролик и про это все рассказать, но изменилось настолько мало, что ну совершенно ничего. Ну, вход стал на 200 рублей дороже. Ну, окей, ну, мы не обеднеем, так сказать. Организаторы, большой им поклон еще раз за то, что они всю эту движуху организовывают. Потому что я прекрасно представляю, насколько это сложно, блин, долго, дорого, нервно. Сколько сил это отнимает, и это абсолютно неблагодарная скотская работа. Поэтому организаторам большое еще раз спасибо. И всем посетителям, которые принесли свои девайсы, которые не побоялись дать их попользоваться другим людям. Это невероятно прикольно, это очень хорошо. А сразу после GBX Summer Party мы отправились на сходку батискафа. Теперь о хорошем. Теперь о хорошем. Вот здесь вот. Вот здесь вот, да. Там вот люди, их порядка 20 человек, они все приехали из разных городов даже для того, чтобы попасть на первую сходку батискафа. Это удивительно. Они клевые. Это невероятно круто, правда. То есть люди, спасибо вам большое. Ну, то есть мы никогда не думали, что когда начинали всю эту херню, что соберется такое классное комьюнити, которое реально не будет лениться даже приезжать из других городов. А самое главное то, что эти люди, они прекрасно самоорганизовались. И да, по сути, мы даже делали, да, примерно ничего. Да, то есть реально люди сами все сделали, сами списались, сами договорились на день. И то есть по-хорошему все, что осталось, это действительно приехать и просто со всеми потусить. И это получилось очень приятно, хорошо. Да, спасибо, ребята, вы очень классные, мы вас очень сильно любим. Вот, а возвращаясь к GBX Summer Party, вот мы сегодня вывели одну такую небольшую истину с господином Ирутой, долгожителем GBX, с которым мы тоже видимся только раз в год. Пропала романтика GBX Summer Party, пропал энергетик Крокс, который выдавался бесплатно, который все пили в огромных количествах в санатории Светлана, потом болевали по кустам, пропали шашлыки на станции Раздоры, на системных корпусах из-под компьютеров. Пропала романтика поехать на вписку к Чифу и там жрать дешевую водку и играть в Xbox 360. Время течет, время меняется, люди меняются, развлечения, возможно, в некоторой степени остаются прежними, нажраться и так далее, это уже другой философский вопрос. Но в любом другом случае приятно осознавать то, что все-таки жизнь идет своим чередом, и некоторые вещи, к счастью, в ней не меняются. И Summer Party, хотя бы ее первый день, он продолжает проходить из года в год, и это о чем-то говорит. Всех люблю, подписывайтесь, что-нибудь жмите, пишите. Какой из них нижний? Вот этот?